Число жертв антиправительственных выступлений в Ираке достигло 44 человек. Такие данные приводят полиция и медики. Сообщается, что сотрудники сил безопасности не раз применяли оружие против демонстрантов в Багдаде и городах с преимущественно шиитским населением на юге страны. Отмечу, акции протеста против роста безработицы, нищеты и коррупции продолжаются с начала недели. В своем обращении к согражданам и парламенту премьер-министр Адиль Абдул-Махди признал справедливость требований протестующих и сообщил об увольнении более 1000 чиновников, увлеченных в коррупции. Мы подготовили проект, который предусматривает такие выплаты каждой семье с недостаточными доходами, которые обеспечат прожиточный минимум. Это позволит им вести достойный образ жизни и никого не оставит за чертой бедности. Больше всего погибших в городе Насирия на юге Ирака 18 человек, в Багдаде 16. Комендантский час введен в столице и ряде городов в южных провинциях страны. Доступ в интернет временно ограничен.